Привет! Знал, что игрушечный пистолет способен на такое? Я нет. Тогда усаживайся поудобнее. Погнали! Как ты уже догадался из названия этого ролика, сейчас мы будем проверять пистолет в его разрушительной силе. Да, обычный пистолет из наших. Ну что, который, наверное, есть у каждого ребенка. А у вас есть такой? Напишите в комментариях. Ну что ж, первый кандидат. Пластилин. Да, самый обычный. Сможет ли он помешать пуле, прилипнув к ней? Посмотрим. Берем наш пистолет. Пуля оставила отпечаток на пластилине. Однозначно, пистолет победил. Впрочем, это было ожидаемо. Давайте перейдем к чему-нибудь посерьезнее. Вот такое крылышко из золота. Видите, какое красивое? Ну что ж. Да, такое бывает. Извиняюсь. Это был совершенно неудачный дубль. Такое бывает. Эх, бедное крылышко. Я ему сейчас абсолютно не завидую. Ну что ж. Готов! Офигеть! На камере этого не видно, но пуля сняла с него слой этого золота. Вот пистолетик. Офигеть. Эта доска уже много успела повидать. Но что с ней будет из-за пистолета? Давайте берем пулю и вставляем в наш пистолет. Давайте. Сейчас будет разрушитель пистолета. Что ж, давайте посмотрим. Заряжай! Огонь! Пуля оставила отпечаток на картоне. Однозначно победитель. Это игрушечная лего-машинка. Давайте посмотрим. Я ее очень люблю. Давайте посмотрим, любит ли ее пистолет. Эх, машинка, не завидую и сочувствую. Нет, вы это видели? Она просто порвала ее заднюю часть. Однозначный победитель. Вы хоть зря задумались, что игрушечный пистолет способен на такое? Осторожно, не садись никому в глаз с таким оружием. Давайте заберем эту штуковину обратно. Ну что, Алиса, на что хочешь направить пистолет? Да, она любит это колесо. Давай-ка направим на пакет. Да, самый обычный пакет от Пятерочки. Посмотрим, насколько он крепкий. У вас же бывало такое по дороге. Ничего спокойно, фрукты, продукты всякие, ништячки из Пятерочки. И вдруг пакет рвется, и все это выпадает наружу. У меня было и не один раз. Так. Стреляй! Вы это видели? Пуля прошла и пронзила пакет насквозь. Что ж, давайте попробуем наш пистолет. Давайте проверим наш пистолет на вот этой штуке. Алиса, отойди. Готов. Да, у змеи-погрузчик оказался гораздо крепче, чем эта гигантская машина. Давайте посмотрим, нанес ли ему это пистолет повреждение? Ответ нет, никакого повреждения. Помните эту точилку из прошлых видео? Давайте проверим наш пистолетик на ней. Вы это видели?
Явно, та щука победила этот пистолет. Он еще ничего не сделал. А пуля просто погналась. Не просто, невероятно. Что ж, а это крышка. Давайте посмотрим. От баночки. Давайте посмотрим. Ну что ж, у нас получилось колесо. Как его зовут? Что-то не особо получилось. Если вы смотрите мой второй канал, Летний, где я снимаю со своим братом Илюшей, кстати, на нем уже 10 подписчиков. Обязательно увеличить это количество. Братья блогеры, то, наверное, помните этот огромный вещь. Ну, а если не знаете, что это, то я вам покажу. Это деревянный меч. Вот так. Да уж. Пистолет оставил на мече маленькую такую печеньку. Но все равно еще не победа. Давайте идем дальше. Это игрушечная машинка. Скорее ее остатки. Пистолет однозначно победил. Вы видели это? Она просто разорвала его. Его просто толкнула, и она вот так вот улетела. Вот так было как-то. Последний эксперимент, самый опасный. Никому не повторять. Проверю пистолет на себе. Работай, каскадер. Это вообще почти не больно. Хоть это немножечко больно, но в целом вообще не больно. Представьте. Вот что может этот пистолет сделать с игрушечной машинкой. Да, это, конечно, больно.